стреляет чисто, бежит, пока с переменным успехом. Чувашская биатлонистка Татьяна Акимова показала лучший результат среди российских спортсменов в спринтерской гонке. В субботу дистанцию 7,5 километров на Олимпиаде она преодолела 20-й. Сегодня в гонке преследования воспитанница Чувашской школы биатлона финишировала 31-й. Преодолеть волнение и выйти на старт ей придется еще дважды. 14 февраля в индивидуальной гонке и 17 февраля в масс-старте. Чернобровой с длинной косой, высокой смугляночки из чувашской глубинки покорять бы подиумы высокой моды. Она же выбрала подиум спортивный, а путь к нему тернист. Россия какая большая, везде чуть ли не в каждом городе есть этот центр, олимпийский центр есть. Все занимаются, потому что этот вид спорта все сейчас любят. Этот, ну, популярный вид спорта стало. Ну да, очень, ну тяжело, конечно, тренироваться. По 3 тренировки ведь они делают утром, днем. И в пургу, и метели, и холод, и 35 градусов, и 30 градусов. Свои первые шаги на лыжах Татьяна сделала на базе спортивной школы, где мама работала охранником. Просто Альбине Николаевне не с кем было оставлять своих детей, в том числе и 5-летнюю Танюшку. Вот так, между делом и наблюдала, как соревновались ее дети. «Пропусти меня, я же старше, ты впереди идешь». Ирина говорит: «Таня, я тебе шоколадку дам, пропустишь?» Таня говорит: «Ладно». Ирина пропускает. Ирина первая приходит, Таня вторая приходит. Вот они на шоколадку. Даже и Таня выигрывала старшую дочь. Когда на местных соревнованиях уже не с кем стало бороться, Татьяна Акимова перешла в биатлон. Работа с винтовкой освоила быстро, отстреливалась чисто. И первой настоящей победой стало выступление на зимней универсиаде 2013 в итальянском Трентино. Была проблема в детстве, я сам нюансы в стрельбе не понимал все, потому что был молодой тренер. И вот эти ошибки, они чуть закрепились, сейчас их надо это исправлять. Я тоже потом только это понял. В стрельбе стоя, она последний выстрел, быстро винтовку закидывала за спину, не успевала контролировать. Капля камень точит. Начинавшая с ижевской винтовки, Татьяна к своим 27 годам изъездила всю Европу. Позади Швеция, Германия, Франция, но самыми щедрыми оказались Чехия, подарившие ей золото и бронзу с Кубков мира, и Австрия с еще одной бронзой мирового первенства. Я не знаю, как это. Я туда ходила 3 раза в церковь. Первый раз я несла туда сама цветок в церковь. А 2 раза я ходила без цветка ходила, просто свечки ставила. 3 раза ходила, 3 медали она привезла. Таня у нас сейчас в данный момент долго стреляет, чем остальные. А мы, хотя в детстве еще очень старались все на секундомере, быстро стрелять учили. Но она все это быстро стрелять может, но перестраховывается, боится промахнуться. Вот эта боязнь промахнуться есть, вот чуть-чуть мешает. И поэтому она перестраховывается, несколько раз перепроверяет все действия свои, поэтому получается дольше. А так она в состоянии стрелять быстро и попадать. В семье Семеновых есть традиция записывать свои мечты. Так в недалеком 14-м по завершении Олимпийских игр в Сочи Альбина Николаевна загадала: «Татьяна моя обязательно там будет выступать. Она победит. Будет олимпийской чемпионкой. Господи, дай ей здоровье». Это попало. А дальше уже не знаю, что там дальше будет. Как бы ни было, мы будем болеть за наших, вынужденных выступать без флага и без гимна. Сейчас им как никогда нужна наша поддержка.